Сталінські репресії, Велика Вітчизняна, повоєнний розквіт злочинності, суворий час трагедії звершень героїчної боротьби і кривавих злочинів, людяності і тваринних інстинктів. Історія рідко переймається долями рядових громадян та пишуть її саме вони. Смертельний двобій правоохоронців і кримінального світу. Люди, про яких мовчать архівні справи. Події, про які дехто хотів би забути. Коли правда влаштовує не всіх, з'являються легенди. В 1945 году гитлеровский генерал Гёдль, один из подписантов акта о капитуляции Германии, предоставил советским представителям справку о численности наших военнопленных, служивших в Вермахте. 700 тысяч человек. Если добавить к этой цифре армию генерала Власова, а также казачьи соединения, получится более миллиона человек. По подсчетам историков, в Европе таких было около 10 миллионов. Карали их жестоко. Для предателей была введена смертная казнь, но чаще всего местные жители и бойцы сопротивления расправлялись с ними без суда и следствия. В Бельгии изменниками разминировали минные поля. В Италии сбрасывали в море, а во Франции женщин, увлеченных в сожительстве с немцами, брили наголо. Большинство европейских коллаборационистов помогали гитлеровцам на трудовом фронте и оружие в руки не брали. Основная же масса советских предателей помогала немцам с оружием в руках. Еще в 1943 году, когда советские войска перешли в наступление по всем фронтам, при НКВД были образованы отделы по поиску карателей. Формировались они из сотрудников СМЕРШа и фронтовиков. Оперативникам предстояло собрать все сведения о карательных отрядах, состоявших из советских граждан, а также выявить людей, которые на оккупированных территориях служили полицаями, бургомистрами, работали в гестапо. Москва, 1987 год. В скромную квартирку персонального пенсионера МВД Якова Ивановича Колосова вошел молоденький паренек с фотоаппаратом на шее и представился корреспондентом газеты «Красная звезда» Константином Рожковым. «Яков Иванович, я собираюсь писать статью об изменниках Родины, работающих на фашистов, и в министерстве мне сказали, что лучше кандидатуры, чем вы, для интервью не найти». Колосов, проверив для порядка редакционное удостоверение молодого человека, достал из шкафа свой личный архив. Пенсионер долго копался в бумагах в поисках нужных документов. «Вот дело Федора Федоренко. Пожалуй, с него и начнем. Редко я хочу тебе доложить, сволочь. Руки у этого гада по локоть в крови». Крымчанин Федор Федоренко был призван в ряды советской армии на третий день после начала войны, но провоевал всего несколько месяцев. Уже зимой 41-го Федоренко добровольно сдался в плен и согласился работать на немцев. «Солдат Федоренко, ты готов служить Великой Германии?» Перепуганный насмерть дезертир готов был на все, лишь бы остаться в живых. «Да я с радостью... Как же это по-вашему? Я воль! Я этих коммуняк собственными руками душить буду. Гуд, нам нужен хороший солдат». И офицер благосклонно потрепал за подбородок новобранца. Уже через месяц Федор Федоренко был направлен в польский военный лагерь СС, где гитлеровцы готовили специальные кадры – охранников для концентрационных лагерей и лагерей смерти. По окончанию учебы получил звание «Обервахман СС», то есть «старший охранник». Для несения дальнейшей службы в составе зондеркоманды СС Федоренко был направлен в лагерь смерти Треблинка, что в 80 километрах от Варшавы.
Треблинка. Лагерь существовал с начала 42 по октябрь 43 года. По разным оценкам, всего в Треблинке было убито от 750 до 810 тысяч человек. Большее число жертв было только в лагере Освенцим. Большинство жертв в Треблинке, 99%, были евреями из Западной и Восточной Европы. 1% – цыгане. Яков Иванович достал целый ворох фотографий, отснятых немцами и их приспешниками в Треблинке. От их вида Костика чуть не вырвало. Ничего-ничего, я тоже поначалу по ночам вскакивал от собственного крика. Потом-то попривык. Ненависть к этим нелюдям помогла окончательно не свихнуться. Пока Костик смотрел на эти жуткие фото, пенсионер продолжил рассказ. Каждый день по расписанию приходил железнодорожный состав с евреями. В нем было около 10 тысяч человек. Из Западной Европы евреев иногда привозили даже на пассажирских поездах, по купленным ими же билетам. Многие узники брали с собой ценные вещи. Ведь перед отправкой немцы говорили, что согласно приказу фюрера, евреи переселяются на новые места. Да как же такое возможно, Яков Иванович? Корреспондент даже вскочил с места. Это каким же отребьем нужно быть, чтобы людям продавать билеты на поезд, который их везет на верную смерть? Да, Костичек, в Треблинскую охрану всю мразь рода человеческого собрали. Они даже женщинам косы резали, а потом этими волосами себе матрасы набивали, чтобы мягче спать было. Федоренко с самого утра нервно курил в ожидании нового этапа. Бабу так хотелось, что аж жуть. В этот раз ему приглянулась молодая евреечка. В ее глазах он увидел боль и страх, и этот страх пьянил обервахмана почище первака. В то время, когда остальные охранники отбирали у приговоренных ценности, Федоренко намеревался насладиться молодым телом. Но как только он приблизился к дрожащей от страха девушке, она выхватила из волос длинную заколку и со всей силы полоснула карателя по горлу. Конечно, особого вреда этот удар не нанес. Федоренко лишь по-садистски ухмыльнулся и принялся жестоко избивать жертву ногами. Уже через полчаса бездыханный труп девушки выволокли на улицу. Федоренко отдал приказ, и тут же, словно с цепи сорвавшиеся охранники, выстроились в оцепление вдоль прохода, ведущего к газовым камерам. Туда людей подгоняли палками и плетками. За один прием в душегубке умещалось 2000 людей. После наполнения людьми в камеры, замаскированные под душевые, подавали выхлопные газы от двигателя тяжелого танка, иногда выкачивали воздух из камер. Смерть наступала от удушья в течение получаса. Тела убитых сначала закапывали в больших коллективных могилах, но весной 43-го в лагере были установлены кремационные печи. Все тела было приказано выкопать и сжечь. По мере приближения советских войск к Польше, концентрационные лагеря и лагеря смерти немцами уничтожались, а их узников гнали дальше на запад, где для них уже были подготовлены новые лагеря. После ликвидации Треблинского лагеря Федоренко понял, что Германии в этой войне ничего не светит, и дезертировал во второй раз, перебравшись по поддельным документам в Италию. Долгих 30 лет о его судьбе ничего известно не было. К началу войны в СССР в живых оставалось еще немало современников и участников гражданской войны, помнивших не только белый, но и красный террор. Голод 20-х годов, уничтожение казачества, коллективизацию, ликвидацию частной собственности в деревнях и выселение сотен тысяч крестьян, так называемых кулаков, с насиженных мест. На кулаков и их сыновей, достигших призывного возраста, и делала основной упор гитлеровская пропаганда. Именно раскулаченные и репрессированные советской властью граждане должны были стать костяком полевой полиции и шуцманшафтов. Для привлечения новобранцев фашисты нередко устраивали показательные акции по возвращению имущества бывшим кулакам. Среди советских военнопленных немцы в первую очередь искали людей, недовольных советской властью. В инструкции агитаторов, занимающихся вербовкой военнопленных, было записано:
Из инструкции. В первую очередь обращайте внимание не на тех, кто лезет в первые ряды и пожирает вас глазами, а на тех, кто затравленным волком жмется в стороне. Рядовой Вячеслав Вечер был как раз из таких затравленных. Он был родом из Белоруссии, вырос в многодетной крестьянской семье, которую в начале 30-х годов раскулачили и выслали в Ленинградскую область. Колосов принял валидол и продолжил рассказ. Честно говоря, Костик, этого вечера даже человеком назвать сложно. Нелюдь, да и только. Сколько душ безвинных загубил одному богу известной Листане. Готов был у немцев с рук есть, лишь бы не расстреляли. А потом всю злость за унижение на людях сгонял. Мог ребенка прикладом прибить. Вечер был освобожден из фильтрационного лагеря и направлен в одну из деревень Псковской области. С этого момента бывший рядовой Красной армии стал бойцом 4-й роты карательного батальона «Шелонь». Командиром батальона был бывший капитан-артиллерист Александр Рис. В батальоне его боялись. За малейшую провинность он лично избивал своих бойцов и поощрял пытки. Но побегов из отряда не было. Дело в том, что командир проверял каждого новичка на верность, заставляя расстреливать партизан или обычных сельских жителей. Весь процесс казни снимали на камеру или фотографировали. После такой проверки новобранцу деваться было некуда, и он продолжал убивать и вешать, зарабатывая усиленный паёк и премиальные. Боевое крещение Вечер принял в декабре 42-го. Рис подвел его к стене, около которой стоял молодой парень с табличкой «Партизан» на груди. «Боец, видишь эту сволочь комсомольскую?» Рис довольно хихикнул. «У тебя хватит духу выстрелить в этого сосунка или все россказни про ненависть к коммунистам и жидам только трем?» Вечер даже не удосужился ответить командиру. Он злобно сплюнул на землю и, не моргнув глазом, выстрелил из винтовки жертве в живот. Потом подошел к еще живому парню, прислонил дуло к комсомольскому значку и нажал на курок. Раскаленный металл впился в тело и пробил сердце. Рис восхищенно зааплодировал. Он никак не ожидал такой изощренной казни. И все же можно сказать, что смерть комсомольца была относительно легкой. Ведь однополчанин Вечера, Васька Скобарь, мог часами забивать людей палками. Как палками, Яков Иванович? Прям до смерти? До смерти, сынок, до смерти. До чего же лютый был? Одного человека ему мало было. Он, когда по селам в поисках новых жертв бродил, люди только в лесу и могли спрятаться. Насобирает с десяток человек и заставляет их смотреть на казнь. Одного убьет, следующего из толпы выбирает. Этого психопата даже свои побаивались. Только с Вечером и находил общий язык. А ты, Славко, хлопец правильный. Не боишься смертушки в глаза глядеть? Не то, что остальные из нашей роты. С 50 метров из пулемета людишек покрошить в капусту любой дурень может. А вот дрыном душу из комиссара выбить. Кишка тонка. Скобарь влил в себя очередной стакан сивухи и занюхал рукавом. Я тебе так скажу. На коммунистів і жидів мені не те, що патрони, веревки жал. А палок повний ліс росте. Запіду, нарубаю і ще когось ушкварю. 1943 году батальон «Шелонь», как особо надежный, был переброшен по решению немецкого командования в Данию, чтобы в случае высадки вражеского десанта отразить атаку союзников. Но уже в конце 44-го был отдан новый приказ – задействовать «Шелонь» в боевых действиях в Восточной Пруссии. Бойцы батальона под командованием Риса приказу не подчинились. Послевоенная Европа была похожа на огромный вокзал. Поезда один за другим двигались с запада на восток, с востока на запад, развозя миллионы людей по домам, своим и чужим. Возвращались люди, угнанные в Германию во время войны. Беженцы, военнопленные, узники концлагерей. В этом потоке людей без документов легко можно было затеряться и тем, кто хотел скрыть свое прошлое. Были среди них и те, кого на родине разыскивали за карательную деятельность.
Бойцы самого большого карательного батальона «Шелонь», оказавшись после войны в Европе, разбежались кто куда. Некоторым удалось эмигрировать в США и Канаду, несколько человек вернулись в Советский Союз. Не захотел оставаться на чужбине Вячеслав Вечер. Он попал в зону американских войск, был арестован и передан советским властям вместе с освобожденными из немецкого концлагеря военнопленными. После спешной проверки, которая ничего не дала, его зачислили в одну из частей советской армии. Прослужив 4 месяца, Вечер демобилизовался. Бывший каратель возвращался на родину как герой вместе с частями советской армии. Но к семье не поехал, а устроился в Москве на стекольный завод. В течение нескольких лет им никто не интересовался, никто не разыскивал. И, успокоившись, Вечер вернулся к жене в Ленинградскую область. Показательные процессы над карателями начались еще во время войны. Судили немецких пособников, не успевших скрыться. Первый суд прошел в Краснодаре в 1943 году. В это время вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о наказании изменников Родины. Для карателей была предусмотрена одна мера наказания – смерть через повешение. А 20 лет спустя был обнародован еще один указ правительства о наказании лиц, виновных в военных преступлениях, независимо от времени их совершения. Мера наказания не изменилась – смертная казнь. Корреспондент быстро записывал за Колосовым его тяжелые и мрачные рассказы о предателях, которых удалось выловить по норам после войны. Но, как назло, пенсионер рубанул кулаком по столу. В наши сети попадали только мелкие сошки. А самым матерым и хитрым, вроде этих Федоренко и Вечера, удавалось скрываться. Яков Иванович, а что обозначает название батальона «Шелонь»? Да есть в Псковской области такая речушка «Шелонь». Немцы вообще любили звучные названия. Например, в Украине был батальон «Нахтигаль», «Соловей» по-ихнему. Говорят, что украинские хлопцы после карательных акций под самогонку дуже гарно спевали. Колосов ушел в себя, словно что-то вспоминая, помрачнел. А что было дальше? Нашли этих предателей Федоренко и Вечера? И сколько лет после войны прошло? Вот тут-то, сынок, и начинается самое интересное. Я к тому времени уже на пенсию вышел, но коллеги постоянно держали в курсе событий. Невероятно, но долгое время в списках разыскиваемых военных преступников Вячеслав Вечер вообще не значился. Ведь бойцы 4-й роты еще в 44-м разбежались кто куда, а каратели из других рот дислоцировались в соседних деревнях и практически не общались между собой. Ходили слухи, что служат в 4-й роте Славко и Скобар, садисты и изверги даже по фашистским меркам. Но кто они и откуда, известно не было. По-настоящему удача оперативникам улыбнулась, когда в конце 70-х удалось арестовать непосредственного участника тех событий, бойца 4-й роты батальона «Шелонь» Григория Качалина. С вашими злодеяниями, гражданин Качалин, мы разобрались, а теперь поведайте нам, кто такие Славко и Скобарь. При упоминании этих кличек задержанный невольно вздрогнул. Это была элита нашего командира Риса. Один дреном людей на той світ відправляв, а Славко назбирає совєтських медалік, навішає людям на груди і в притул стріляє. Со слов Качалина был составлен перечень всех бойцов 4-й роты, но проблема состояла в том, что постоянного списка подразделения не существовало. В роте было 70 человек, 30 – это основной костяк, остальные перемещались из роты в роту в зависимости от поставленных задач. Следователи сопоставили сотни фамилий и схему перемещений бойцов 4-й роты. Сделали уйму запросов в города вероятного проживания предателей и их родственников. И вскоре в Новгороде был найден еще один свидетель – Семен Марченко. Он отбыл небольшой срок, поскольку служил в обозе и не принимал участия в карательных акциях. Марченко телефоном вызвали в качестве свидетеля, но он сказал, что самостоятельно передвигаться не может, ноги не держит. Следственная группа тут же выехала в Новгород, чтобы на месте опросить Марченко. Дверь им долго никто не открывал. Внезапно один из оперативников учуял резкий неприятный запах, доносившийся из квартиры. Выломав дверь, сотрудники ввалились в дом и увидели прямо перед собой повешенного человека. Около ног трупа лежала предсмертная записка.
сил моих больше нет жить в постоянном страхе. Сознаюсь, что в обозе я не служил, а вместе с Вячеславом вечером по кличке Славко расстреливал партизана и их пособников, а потом лично закапывал трупы. Простите, если можете. Корреспондент и отставной милиционер уже говорили несколько часов кряду. Костик успел исписать ученическую тетрадь, но глаза его горели от возбуждения. Он с нетерпением ждал развязки этой истории. Подняли документы. Вечер не такая уж частая фамилия. И выяснилось, что в Ленинградской области действительно проживает такой человек. Полностью по приметам подошел. Да только оказалось, что он заслуженный ветеран и орденоносец. Этот-то орден оперативников чуть со следа и не сбил. Дело в том, что в 1961 году, во время хрущевской оттепели, была заведена такая практика. Человеку, у которого было ранение времен Великой Отечественной войны, вручали орден Красной Звезды. Ранение у Ветра было, получено от партизан. Но он сумел убедить комиссию, что ранили его на фронте. После вручения ордена Вячеславу Вечеру тот окончательно уверился в своей безнаказанности и стал довольно заметной личностью в районе. Обнаглел настолько, что каждый год в День Победы выступал перед школьниками и в красках расписывал свои патриотические подвиги и тяжелое ранение. Государство фронтовик орденоносцу даже выделило бесплатную ссуду на строительство двухэтажного дома, в котором установили индивидуальное освещение и отопление. И все же оперативникам удалось вывести Вечера на чистую воду. Арест бывшего карателя был назначен на раннее утро. Он вышел к калитке, чтобы забрать утреннюю прессу, и вот тут-то на него и набросились крепкие парни в штатском. На момент задержания Вечеру было 73 года. Но он был стариком крепким, и оперативникам пришлось выложиться по полной, чтобы скрутить предателя и одеть на него наручники. Во время допроса Вечер категорически отрицал свою вину. «Сынки, да шо ж вы творите? Дед за вас кровь проливал, а вы на него с кулаками. Мать вас родила или волчица?» От этого циничного заявления у следователя аж кулаки сжались, но он сдержал себя. Напоминаю, наша беседа протоколируется. Поэтому перед тем, как отвечать, хорошенько подумайте, в каком полку служили. Вечер достал орденскую книжку и бросил ее на стол. «Рядовой 667-го стрелкового полка». Следователь записал данные в протокол. Никакого 667-го полка в Красной армии не было. По документам, 667-й батальон был в составе немецкой армии. Его еще называли «Шелонь». «Вы арестованы, гражданин Вечер». Лицо старика исказило гримаса. Он с ненавистью смотрел на следователя. «Ненавижу! Попадись ты мне в 43-м, на куски бы порвал и с собаком скормил». Суд над Вячеславом Вечером состоялся в 1982 году. Бывшие однополчане карателя и свидетели его зверств подробно рассказали о службе Славка в батальоне, о расстрелах, массовых казнях и о том, как он добивал раненых. Суд приговорил Вечера к исключительной мере наказания – расстрелу. Верховный суд оставил приговор без изменения. Вот так Костик пуля оборвала жизнь одного из самых свирепых карателей. Жаль, конечно, что так поздно его расстреляли, но этот гад хоть по заслугам получил. А сколько еще таких выродков по земле безнаказанно ходит? Страшно и подумать. От страха аж за океаном попрятались. В начале 70-х годов советскому правительству удалось договориться с администрацией президента США о рассмотрении дел по людям, совершившим военные преступления на территории СССР и ставшими гражданами Америки. Предполагалось, что на встрече глав государств Леонид Брежнев передаст список карателей президенту Никсону, но тот ушел в отставку. Со следующим президентом, Фордом, договориться не удалось. Командир батальона «Шелонь» Александр Рис умер в середине 80-х в Америке вполне обеспеченным человеком. Однополчанин Вечера, Василий Скобарь, так любивший избивать людей палками до смерти, после войны в Канаде занимался автоперевозками, даже стал крупным бизнесменом. Он умер в преклонном возрасте, в окружении любящих родственников, которые только после смерти Скобаря узнали о нем жуткую правду.
Яков Иванович, а что стало с Федоренко? Его удалось найти? Колосов посмотрел на часы. Поздно уже, Костик. Давай завтра продолжим. Ты тоже, наверное, устал. Да что вы, я же спать не смогу, пока не узнаю все до конца. Ну тогда слушай. В конце 70-х наш отдел передал все данные на Федоренко, он тогда проживал в США, в Комитет госбезопасности. Ведь выявление предателей, проживающих за границей, это парафия КГБ. В Америку было направлено официальное письмо с требованием вернуть Федоренко в СССР. Но ответа так и не последовало. На самом деле, иммиграционная служба США сразу приняла это письмо к рассмотрению. И вскоре выяснилось, что во время получения гражданства Федоренко скрыл тот факт, что служил охранником лагеря смерти Треблинка. Его дело было передано в федеральную службу. Разбирательство шло долгих 10 лет. И только в 85-м Федора Федоренко лишили американского гражданства и выдворили в СССР. И тут случилось невероятное. Оказалось, что на родине полным ходом идет перестройка. Предателя никто не ищет. А его дело давно припадает пылью в архивах КГБ. Федор Демьянович обосновался в Крыму, купил дом и спокойно занимался садоводством. Только год спустя из статьи в одной американской газете комитетчики узнали, что Федоренко лишен гражданства США и выдворен в Советский Союз. Сразу же были предприняты мероприятия по поиску карателя. Выяснилось, что Федор Федоренко в данный момент проживает в городе Джанкое. Колосов с досады даже закурил. Вот юноша, до чего довело головотяпство чиновников. Живет себе такой Иуда, персики с черешнями выращивает, в море купается. А наша хваленная госбезопасность и в ус не дует. Сразу, конечно, спохватились, целую спецоперацию устроили, да еще и киношников нагнали, мол, смотрите, какого волка матерого взять удалось. На самом деле, во время ареста Федоренко вел себя спокойно, только попросил предоставить адвоката нееврейской национальности. Следствие длилось около года. Все это время Федоренко провел в закрытой тюрьме КГБ. Во время открытого суда зал, рассчитанный на 500 человек, не мог вместить всех желающих. В Треблинку в этот тупик он не влазил, этот эшелон. Его делили напополам. Федоренко я там увидел. Да, вот этого Федоренко. Ну, били плетками, палками били их. Вот. И в этой узкой проходе гнали до самой душегубки, чтобы они даже не опомнились. Там смысл работы такой. Чем быстрее уничтожишь, тем быстрее кончилась твоя работа. Чем больше выступало свидетелей, тем меньше у Федоренко оставалось шансов остаться в живых. Прокурор требовал смертной казни. Адвокат просил учесть возраст подсудимого. На тот момент Федоренко было 80 лет. И таким образом смягчить наказание. Я не хотел этого. Через 9 дней после начала процесса судья зачитал обвинительный приговор. Судебная коллегия приговорила Федоренко Федора Демьяновича к смертной казни расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Верховный суд оставил приговор в силе, и через полгода охранника лагеря Треблинка расстреляли. Через неделю корреспондент «Красной звезды» снова пришел в гости к Колосову. Костик торжественно вручил свежий выпуск газеты со статьей о карателях. Она называлась «Без права на жизнь». Только в авторах там значился не Константин Рожков, а Яков Иванович Колосов, заслуженный пенсионер МВД. Вам и гонорар полагается. Вот 12 рублей 70 копеек. Ну, раз гонорар, тогда мы с тобой чаевничать будем. Я своих однополчан позову. Вот о ком писать надо. Эти люди действительно заслужили право на жизнь.